Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! Перед началом видео хотелось бы попросить вас подписаться на наш канал и поставить лайк под этим видео. Приятного просмотра! Взрослая дочь Иосифа Пригожина. Даная Пригожина столкнулась с некомпетентным специалистом. Даная тщательно следит за своей внешностью и для этого регулярно посещает косметолога. С одним из специалистов девушка договорилась об определенной процедуре для губ по бартеру. Косметолог должен был оказать услугу, а дочь Иосифа Пригожина прорекламировать специалиста. Услуга была девушкой получена, но она оказалась очень разочарована результатом. Губы были испорчены, что обезобразило лицо, и Даная даже пришлось впоследствии исправлять работу у другого специалиста. «Сделано все очень плохо», – написала дочь Пригожина в сторис. При этом девушка пожалела некомпетентного косметолога и сначала промолчала об ужасном результате, решив не портить репутацию врача. Однако спустя какое-то время женщина, оказавшая услугу, решила оклеветать Пригожину и потребовать с нее деньги. Этого дочь продюсера стерпеть не смогла. В сторис своего инстаграм-аккаунта девушка накинулась на горе косметолога и подчеркнула, что не позволит ей выезжать на звездной фамилии Данаи и затрагивать ее отца. Девушка потребовала извинений, а в противном случае обещала обратиться в суд. В качестве доказательств о некачественной работе Пригожина прикрепила ответы других девушек, свидетельствующие о том, что губы этот косметолог делает ужасно. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях.